продолжаем традицию старую одесскую перед праздниками, как бы в анонс нашего маленького путешествия со второй станции Фонтана, до 16 Фонтана, представить наш коллектив, оркестр военных, военно-морских сил с программой военно-патриотических и эстрадных произведений. В репертуаре музыкантов известные произведения украинских авторов, одесские песни и, конечно же, марши. Среди участников как бывалые музыканты, для которых подобные выезды не в новинку, так и те, кто играет в таких условиях в первый раз. Я раньше работал в муниципальном театре духовой музыки одесском, так что это не впервые, для нас это привычно, для музыкантов. Это очень весело, забавно, радуем людей и сами радуемся. Музыка – это всегда праздник. Сьогоднішні враження, вони для мене нові, це для мене вперше в цьому оркестрі. Я служу вже майже рік, і це у нас перший такий виїзд. Він дуже цікавий, це для мене все нове. Це цей трамвай, цей виступ. Сьогоднішній день для мене відкладеться в пам'яті назавжди. Военные моряки всегда считались красавцами и завидными женихами. А если служащий ВМС еще и владеет музыкальным инструментом, то выбор невест у него наверняка не ограничен. Какая же она спутница жизни моряка? Попытаемся выяснить. Верная морячка должна быть спутница. Мабуть, патриотом своей державы, так само, как и человек. Я думаю, скорее всего, что надежная. Уверенная, которая будет ждать, так сказать. Да. Верить и надеяться. Чтобы понимала меня, поддерживала, например. Моя жена, кстати, меня поддерживает очень сильно. Я ей за это очень даже благодарен. Под торжественную музыку военного оркестра трамвай проделал почетный круг от 2-й до 16-й станции Большого Фонтана и обратно.